Всех рады приветствовать на своем канале. Сегодня очередная закупка. Ну, акции уже побольше, чем раньше было. Так, туалетная бумага Зева 159 и бумажные полотенца по 99. 1000 секретов до 30 рублей. Телепрограмма, ну там сейчас новых, свежих мало, 45. Одноразовые пеленки 130. Вот такой очиститель для обуви у меня велюр 55 рублей. Так, по рекомендациям, вот такой хороший шампунь, он стоит 224, на Валберес 270. Здесь у нас 380 миллилитров, и он бесфульфатный. Вот, там 3 или 4 вида, вот мастер мой по волосам рекомендовал вот этот. Ну, попробую. Но я сейчас еще не скоро, но в пустых баночках февраль-март расскажу. Так, сейчас Арка гель по 185 со скидкой. А так он стоил 270, что ли, или 250. Тоже выгодно. Так, там, смотрите, какие-то ополаскиватели Листерин со скидкой. Я взяла лесной бальзам со 109. И нашла еще одну пасту без фтора. Есть синергетик, есть парадонту. И вот это вот. Она без фтора. 3 или 4 вида. И сейчас она со скидкой 79 рублей. Блендамед, Colgate там со скидкой. Нивея гель для души. Дезодоранты Нивея. Арка пена для бритья. Нивея пена для бритья. Там очень много мужских со скидкой. Так что, ну, я имею в виду мужской косметики такой. Так, Тена Леди у нас по 129. Повторила вот эти покупку колготок. Они стоят 129, четверка даже идет спокойно на пятерку. Вот. Мне понравились. Так, Фрискас 84 или 89. Фрискас, да. Взяли на запас одну лампочку, ну, чтобы была. Вот, стоит она 23 рубля 75, да, ватт. Хлебцы у нас 36 рублей. Сейчас со скидкой черный жемчуг. Ну, дам 20-30 рублей скидка. Черный жемчуг по 79. Я взяла вот это попробовать. И появились черный жемчуг. Альгинатная маска. Кто-нибудь пробовал? 2-3 вида есть. Я пока присматриваюсь. Просто альгинатный мне не очень нравится. Так, колбаса у нас 22. Взяли вот такие шейки куриные. Этих не было. Таких вот говяжьих. По 150. Так, взяла Босс, он подорожал, теперь 113. Для кошек Феликс, сейчас по 15 рублей, там с копейками мы набрали. И Китикет, 10 с чем-то тоже набрали. У меня кошка спокойно есть и Фрискас, и Китикет. Ну, конечно, лучше всего Феликс, она просто обожает. Так, Дирол 29, это 36. Так, Кинза на развес, 4,69, 48 грамм, на 23 рубля свежая была. А грейпфрут со скидкой 99, 548 на 54 рубля. Так, в тот раз я не брала манго, они тоже были, не знаю, по 99 или по 200, сейчас они по 99. Они мягче, там надо выбирать. 170 рублей, это не смотрите, цена в чеке, вы видите, они на 85 рублей. Вот такая капуста, щи буду варить. Муж хочет с собой, ну, взять в термосе. 48 рублей, молодая. Молодая капуста. Потом сейчас со скидкой муж взял стерлядь. Мы когда-то брали Армения. Килограмм 549, а до этого было 1000. Обхватили мясо со скидкой. Не смотрите ценник, он со скидкой где-то 304 рубля. 310. И вот этот большой антрикот тоже там где-то 317. Вот. Блинчики морозко по 80 рублей, так стоили 150. Томатная паста у нас 32. Кетчупы тоже много со скидкой. Но не Хайнс, а Кальви, Махеев. Вот, по 49, да, попробовать. Так, домик в деревне без скидки 58. Вот такой, до 20 января 25 рублей. Чука, так она 150, сейчас со скидкой 89. Но она до 13 января, я ее съем. Холодец по 150, это муж себе взял, 150. Если у вас проблемами с костями, с суставами, ешьте холодцы обязательно или кальций принимайте. Так, домик в деревне тоже со скидкой 37 и срок годности до 31. Сейчас вам скажу, о, до 5 февраля.
Там еще со скидкой Савушкин 79, Президент еще творог со скидкой. Ну, появились скидки. Так, Эмергуд по 20, 20 со скидкой Фрутис по 15 рублей, я 3 штуки мам взяла. Так, Данон по 22, по 23. Потом что еще со скидкой? Майонезы какие-то со скидкой есть. Сырки остаются по 15 рублей, глазированные разные вкусы. А, так, ряженка 72 и кефир 56, а так он 70. Я чуть-чуть, хватит. Есть, есть, видите, мы особо такого сладкого ничего не брали. Булок не брали, ничего такого не набирали. Надо худеть. Ну, не худеть, но в том плане хватит уже салатов и этих. Давайте пробежимся по чеку. Параллельно у меня мама там эту музыку слушает, не обращает внимания. Так, сумма покупки 4884 рубля. Просто у нас еще остались сосиски, мороженое, рыба, курица и котлеты. Еще осталось. Просто мы заранее закупаемся, потому что 11 уже на работу. Вот, берегите себя, потому что восстанавливать легкие, даже если поражение 25-30-40, врачи говорят, восстановление от 6 до 12 месяцев. Так что или прививку, или берегите себя, ходите аккуратно, поменьше где народ. Так что вот такие покупочки, смотрите далее, что мы еще купили на этой неделе. Берегите себя. Были проездом у бабушки, на лыжах катались, и там Евроспар. Купили вот такой набор, немножко он подорожал. Это роллы большое ассорти, 589, раньше можно было до 500 купить, но вот уже подорожал. Вот такие, с креветкой, есть курицы такие, и еще с чем-то горячие. Они где-то на 200 с чем-то рублей вышли. Собака пьет воду. Вот такой хлеб бездрожжевой со злаками понравился. Еще взяла. Так, взяла кусок сыра. Сыр короля... Король молока. Так, сыр хороший у них. Он вообще по 439 на 167 рублей. Вот. Взяла маме вот такую булочку с каким-то апельсиновым, 29. Пирожки не стала набирать, еще водичку муж брал. И один простой батон хлеба брал. Вот такой чек. Покупки перекресток. Так, багет, он у нас на 40 рублей этого под красную икру. 8 пачек молока Рогачев по 60 рублей, Беларусь. Я такие первый раз в перекрестке вижу. Так, 31 рубль черный хлеб бородинский. Пепси 3 штуки. Они где-то по 70 рублей пепси. 5 килограмм сахара 229 рублей. И вот 8 пачек молока. Вот такая закупка перекресток. Покупки в Биле. Так, Краковская 99. Мясо. Слово мясника на 296 рублей. Ну, там в зависимости от веса. И другая на 289. Филе что-то очень, ну, дорогое, на 300 с чем-то рублей. Без кожи. Но филе всегда так дорого. Так, горбуша нарезанная 113. Батон хлеба 45. Ну это что у нас, черемушки делают? Дорогой, 45, я считаю, можно и за 30 чем-то найти. И 38 тоже черемушки. Ну что свежее вбили было, тоже 38. Так, чипсы 74 и огурцы факс, что ли, вот такие, хороший сезон, они 69. А кто они делает то сейчас посмотрим, кто это у нас делает. Изготовитель, о, белорус, белорусские огурцы. Ну, вот такая закупочка в Биле была. Зашли в Фикс Прайс, вот такие мы брали карамельки с начинкой, они стоят 27 рублей 50. И конфеты жевательной с начинкой 55 рублей. Вот такие вкусы. И увидела оливковое масло 200 рублей. Идеально для жарки. Делает. Все пишут, что испанское. Ну, посмотрим. Вот. Покупки перекресток. Так, макароны 59 рублей. Имбирь 53. Фишка. Вот такие сухарики где-то
59. Бананы какие-то очень длинные, даже в Ашан такие нет. Вот, 64 килограмма на 94 рубля. Куда столько бананов, не знаю. 64 рубля на 87 рублей. И квашеная капуста, вот такая большая, 900 грамм на 169 рублей. Вот такая закупка перекрестки.